Всем привет! Пока Оля принимает орхидеи, я ношу на столик то, что нашла интересного в данный момент. На витрине, кстати, зеркало есть. Всем привет! Еще раз. Вот эта орхидея у меня дома цвела очень темным. Светлого почти не было. Мне даже было удивительно, потому что все орхидеи у меня гораздо светлее, чем при покупке. Но уже когда несла, увидела, что с корнями здесь прям совсем беда. Очень жаль, я думаю, это претендент на оценку. И вот эту еще тоже. Довольно далеко от меня стоят, разговаривают по телефону. Мне иногда кажется, что многие по телефону разговаривают так, как будто пытаются докричаться из одного конца города в другой. А тут названия нет. А там стоит искусственная орхидейка. На витрине на переднем плане стоят вот такие мультифлорки. Они взялись уже сушить бутоны. Посмотрела, названия нет, просто номер. От орхидеи и от GMP. Берегите от холода свои орхидеи. А у нас в Омске пришло потепление после морозов ниже 30 градусов. У нас меньше 5 градусов мороза. А мечи отогрелись. Такие темные красавицы. Бомонт. Телефон растерялся, в розовую уводит. Очень красивая орхидея. Не крупные цветочки, нежные, как у Манхэттен. Но губа. Это не просто губа, это шедевр. Вот еще такая орхидея. Там красотка Феррара. И вот еще. Кстати, я думаю, что можно выбрать. У кого это как с корнями? А также, я так понимаю, что грядет грандиозная оценка. Обе. Тоже орхидея от GMP. Ой-ой-ой, падают. Сегодня орхидей немного. Сегодня не получилось с завозом, насколько я понимаю, потому что пришли орхидеи не в лучшем виде, и девочки их даже не стали выкладывать на витрину. Вот эта крупная решила упасть. Хорошая, в принципе, корневая. Вот губа интересная. Уже боюсь отодвигать, чтобы ничего тут не упало. Солинос выгорела, почти белая стала. Равелла.
У этой орхидеи очень интересная губа. Мне нравится, когда вот так заужается. Красавица Прохиромонс. А это подарочные пакеты. И здесь стоит очень красивая, интересная орхидея. Переходим на ту сторону, там стоит королевский микс высокий. Королевский микс очень хорошо разобрали. Я вижу всего два вида орхидей из этого микс. И вот это. Рядом стоит тоже темная, только у нее края нет неонового такого. Почему так все шумно? Но микс очень высокий вот этот. И вот этих орхидей стало гораздо меньше. У них рисунок как у бабочек. Очень интересная расцветка. Две дуги, белые орхидеи, классика жанра, всеми любимые, стоят в воде. Вот они, корни почему портятся. С них течет вода и уже гниют. Сейчас сниму горшок, посмотрим, сколько воды в горшке. Воды немного, но тем не менее корни явно портятся. Так, тут все белое-белое, вот. Я думаю, это пурпурный дождь орхидеи. Там дальше клементина, розовая, желтая. До сих пор стоит пилорики, даже уже не помню, когда его привозили, когда я первый раз его снимала. Один цветонос пилорика, один нет. Так они и открываются, кстати. А вот смотрите, пилорик, а следующий нет. Подождем еще два бутона. Если ее никто не купит, посмотрим, что же последние бутоны откроются.
Очень жаль, что сегодня завернули всю партию орхидей, сказали, и корни были хорошие, и розетки хорошие, проблемы с цветами, именно сами цветочки не соответствовали. Вот эту мультифлору я показывала, она как дерево была. Опустила цветочки, бутоны немножко сушит. И полита, конечно, тоже от души. Вот. Очень жаль, сегодня не было свежего завоза. Мы посмотрели с вами то, что осталось. Ну, а с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.